Всем привет, с вами снова Форматик, и добро пожаловать на новенькое видео на данном канале. И причем я вам замечу, по данной теме я в жизни на этом канале и на своих прошлых каналах не снимал. Итак, ребята, не буду топить, и погнали. Итак, ребят, давайте я вам расскажу немножечко, как я стал все-таки администратором. Я являюсь в данный момент администратором первого уровня, именно хелпером, на четвертом сервере МТА провинции. Данный сервер является одним из самых популярных вообще, как бы, линейки, я не знаю, вообще на серверах МТА. На этом сервере всегда больше игроков, даже больше, чем на первом сервере. На этом сервере очень хорошие игроки, и вот поэтому я с самого начала выбрал данный сервер. Начал я играть на этом сервере с 12 апреля 2019 года, то есть уже гораздо больше года прошло с момента того, как я начал играть. Я прошел в этой МТА провинции очень много историй, разный просто опыт получил. Это реально непередаваемые чувства, когда ты был на таких должностях, на таких фракциях, на таких работах, то, что это не передать. С самого начала, как я узнал про вообще, про РП, про все с этим ознакомился, и как я был сотрудником фракции, я сразу замечтал стать администратором. На тот момент главным администратором четвертого сервера был Джеймс Вилсон, который, увы, недавно ушел с провинции. Возможно, из-за личной жизни, возможно... Я не знаю, почему. Итак, продолжим. Далее. Я был сотрудником вообще, практически во всех фракциях. Я был сотрудником РЖД, а именно слесарем-электриком. Я работал в УВД Приволжска 7 месяцев. Дослужился до звания майора и до должности замначальника УГРО. После ушел снова в РЖД, только уже на машиниста локомотивного состава. После опять-таки по пассажиру ушел. Был на срочной службе в армии. И был в армии еще когда был парад 9 мая этого 2020 года. Был одним из его участников и управлял командой. После я до этого находился в ГИБДД Приволжска, и только на время парада меня временно перевели в армию. После вернули обратно в ГИБДД. После я дослужился в ГИБДД Приволжска до звания подполковника. Я работал в ГИБДД практически полгода. После чего увидел снова-таки заявление на хелпера. Я их написал тонну штук, мне даже Василиса Малина, нынешний ГА 4-го сервера, говорил, типа, ты куда столько пишешь, ты чё там? Ну, я реально просто пытался попасть на этот пост очень давно, очень хотел. Я просто очень благодарен, особенно ГА, всем старшим ее заместителям, просто за то, что меня пригласили на обзвон, который я успешно прошел. И с 28 июня 2020 являюсь хелпером на четвертом сервере. Естественно, ухожу из ГИБДД Приволжска, и начинается, так сказать, просто админ будни. Поэтому, ребят, в скором времени ожидайте на этом канале админ будни, который я прям буду пытаться хорошо и качественно записывать. Ну и поэтому как-то так. Всем спасибо за такой кратенький, но все-таки важный для меня и для вас, я думаю, также мини-видео, в котором я сказал просто, что сейчас происходит. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Напишите в комментариях, нравится ли вам МТА провинция, на каком сервере вы играете. Если вам видео не понравилось, пишите в комментах, ставьте дизлайки, мне честно, все равно, это ваше мнение, что хотите, то и делайте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем бай-бай.